Добрый день, наши дорогие рукодельницы. Сегодня будем делать вот такую вот подставочку для ручек, карандашей для наших малышей. В продолжении наших экспресс-мастер-классов хотим вам предоставить мастер-класс. Ну, наверное, скорее всего, это уже будет для детей больше. Будем сегодня делать, декорировать вот такую обычную баночку. Будем делать карандашницу. Итак, приступим. От клея я ее уже обработала. Сейчас мы ее обезжирим. Это изделие нам обезжирить нужно не только снаружи, но и внутри. Там мы будем делать какой-то один, ну, может один, может два тона. Кому как понравится. Кто-то может вообще не будет ничего делать. Протираем насухо. Следующим этапом будет нанесение грунта. Грунт у нас белая акриловая краска. Наносим мы обычной губкой. Порезали на частички, которые нам удобно. Берем палитру, наливаем красочку и тоненьким слоем наносим. Донышко обязательно также закрашиваем. Если есть труднодоступные какие-то места, мы берем кисточку и прокрашиваем. Но прокрашено должно быть абсолютно все. Сушим теплым воздухом. Первый слой сохнет быстро, тем более, что мы сушим теплым воздухом. И наносим сразу второй. Не забываем про донышко. Сушим. Ну вот, снаружи баночку мы покрасили. В принципе, нас устраивает этот цвет. Теперь возьмемся за цвет изнутри. Мне нравится, когда баночка внутри белая, потому что если что-то маленькое в нее падает и пропадает, это проще найти. Также сушим баночку изнутри. Наносим еще один слой. Сушим. Нам больше не нужна, убираем ее в воду. Вот наша баночка готова к дальнейшим процедурам. Вот такую хочу я сделать салфеточку. Напоминаю, все салфетки, если нам не нужен какой-то конкретный фрагмент, мы только вырываем. Край ровным быть не должен. Чем край будет более разлохмачен, тем более скрытым будет стык картинки и изделия нашего. Напоминаю, картинку мы сначала обрываем, только затем мы ее расслаиваем. Если мы это сделаем в обратном порядке, то салфетку мы можем разорвать от начала до края и повредить рисунок, который нам будет нужен. Так, ненужное пока откладываем в сторону. Вот край нижний мы можем не обрывать, но я все равно предпочитаю обрывать, потому что в процессе наклеивания картинки где-то, если чуть выше картинка пойдет, то у нас будет вот как раз этот вот край очень сильно виден. Поэтому не ленитесь, обрывайте сразу все края. Итак, вот мы общипали всю нашу картиночку. И теперь мы снимаем слои. На этой салфетке два лишних слоя. Нам надо их убрать. Раз слой и второй слой. Она у нас трехслойная. Нам нужен один верхний слой. Кто уже был на моих мастер-классах, тот знает. Я говорила, что салфетка при намокании растягивается. Поэтому готовьтесь к тому, что она будет и пошире, и подлиннее. Но лишнее мы обрежем или общипаем опять так же, как нам будет удобно. Следующее наше действие. На файл мы кладем картинку обязательно лицом, потому что картинка нам надо, чтобы на нас потом смотрела лицом. Поэтому лицом мы кладем в данный момент на файл. И брызгаем водичкой. Кто-то прям кисточкой поливает водичкой. Я больше вот люблю так делать. Чем больше воды, тем лучше вы распределите салфетку. Она будет двигаться по файлу спокойно. Ваша задача убрать все пузырьки, разгладить все складочки, чтобы вся салфеточка стала ровненькой.
Вот смотрите, насколько картинка растягивается. Вот файл заканчивается. Вот благодаря воде я спокойно могу салфеткой работать. Выгоняем все пузырьки. Все пузырьки выгоняем. Разглаживаем каждую складочку. Кисточку держим параллельно столу. Салфетка в данный момент очень тонкая, очень хрупкая, поэтому работаем аккуратно. Ну, какой-то край нам надо салфетки завести сюда. Наверное, это будет вот этот край. Вот видите, благодаря воде я спокойно передвигаю картинку. Ну вот осталась у нас лишняя салфеточка, которую мы выгнали за файл. Вот нам ее надо как раз убрать, чтобы она нам не мешала. Вот смотрите, как она легко, вот просто нажатие пальца, и она уже отрывается. Поэтому вот я всегда говорю, будьте очень аккуратны. Следующий этап — ПВА наш. ПВА мы сейчас будем наносить сразу на всю поверхность ванны, потому как мы будем приклеивать сразу весь наш фрагмент большой. Как следует, везде каждую щелку промазываем. Так, ПВА мы нанесли. Следующим шагом нам надо избавиться от лишней жидкости. Прям обязательно надо все слить, потому что при нанесении, перенесении этой картинки нам это будет мешать. Начать мы можем даже с середины. Просто вот кладем баночку нашу и начинаем ее аккуратненько оборачивать. Файл нам дает возможность все как следует разгладить, выгнать тот воздух, который мы не выгнали. Если что-то где-то вот заходит за край, не переживайте. Это все мы сейчас уберем при дальнейшей работе. Эту работу можно выполнять также с детьми. Единственное, что вот им придется помочь при перенесении вот этой картинки. Тяжеловато маленькому ребенку будет перенести. Всю остальную работу может выполнить самостоятельно ребенок. Вот мы с вами дошли до края, до стыка, где у нас заканчивается, точнее начинается салфетка. И вот в этом месте нам с вами надо сделать разрез. Либо мы просто вот так загибаем салфетку внахлёст и кисточкой надавливая, как бы разрезаем ее. Либо если у кого-то есть коготочки, прям вот коготочком подцепляем и все. Салфеточка у нас получается разрезанная. Дальше аккуратненько начинаем снимать файл. Все, и дальше работаем также кистью с ПВА. Все разравниваем. Желательно делать в одном направлении, потому что если где-то какие-то были недочеты, чтобы они не в разные стороны эти складочки укладывались. А если вы будете работать в одном направлении, они будут ложиться в одну сторону, и их уже не будет так заметно. Ну, желательно так, чтобы все-таки складочек не было у нас. Сушим. Вот про что я вам говорила, если что-то лишнее сверху будет, ничего страшного. Берем шкурочку, затираем. У нас остался цветочек от нашей общей композиции, которую мы сейчас с вами перенесем на донышко. Прям аккуратненько ручками обрываем края. Сделать это очень легко. И проходимся также клеем. Уже укладывая салфетку во все складочки, которые есть на баночке. И заодно еще раз ПВА проходимся по всей поверхности банки. Так, кисточку кладем, как всегда, в воду. Все лишнее убираем со стола, чтобы нам ничего не мешало. Сушим. Вот смотрите на картинку. Благодаря такой технике переноса картинки на нашем изделии практически не видно, я бы даже сказала, вообще не видно стыка, где состыковывалась наша картинка, где мы ее разрывали. Ну и заключительным декором сейчас мы нанесем чуть-чуть оттеночной краски. Напоминаю, для краски каждый раз мы берем новую губку. Старыми мы не пользуемся. Возьму палитру. Обязательно перемешаем краску. Лишнюю краску мы убираем, избавляемся от нее. И прям легкими движениями, еле прикасаясь, идем по контуру баночки.
Вот такой эффект получается. И сверху мы то же самое можем сделать. Как бы такой кантик обрамления всей картинки. Красочки мы сразу закрываем. Вот так вот получилось аккуратненько. Ну и последним штрихом, сейчас мы подсушим, будет нанесение защитного слоя лака. Кисть должна быть сухая. Не устану это напоминать, потому что бывают частые ошибки. Потом спрашивают, почему лак слазит, почему расслаивается. Именно по этой причине. Не устану повторять, воздух при сушке лака должен быть холодным. Первый слой высох. Мы сейчас нанесем второй. Сушим холодным воздухом. Напоминаю, баночку изнутри мы покрывали тоже белым цветом, поэтому хотя бы один раз для прочности материала нам надо также изнутри все как следует покрыть лаком. Сушим также холодным воздухом. Вот такая баночка у нас с вами получилась. Даже баночка ее уже не поворачивается язык называть. Такая подставка, как хотите, называйте. Очень рада, что вы заходите к нам на канал, смотрите наше видео. Ставьте, не забывайте лайки, оставляйте комментарии, отправляйте друзьям, если понравилось видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте. До новых встреч!